Признаю, в составе своей команды, конечно же, Арина Безбарных. Вот опять закрутила здесь карусель, и все-таки мяч оказывает на Мусину. Конечно же, уже представил вратаря Николаевской цели. Мощнейший бросок точности не хватило 44-м номеру команды «Лада». А Волгоград был быстрым, Андрей Лещича, Сталина, фланг организует отрез. И Катя Алматова первая. Какие в белой форме, но вот сейчас Рахмаева на правый фланг уходит. Ну а здесь до левого довели и Решетникова. 22-й номер «Лады», первый мяч сегодня была признана одной из лучших в составе «Динамо» и вообще чемпионате страны по итогам прошлого сезона. Бац, и времени Марина Безбавных. Очень неплохо 47-й номер команды «Волгограда» начала эту встречу. Этот мяч забирают пока в меньшинстве. Мы атакуем, но сразу же попыталась бросить Кать Долматова. Но здесь хорошо вернулись назад ребята, которые по 5 минут действовали. Решетникова показала, что у ближней будет бросать, затем развернула руку, это все в полете. Дальний положила, ненадолго лишил тайм-аут первой сессии встречи на 13-й. А там же «Динамо» будет, неправильно встретили, но он же атака «Динамо». Самойленко, но мощнейший бросок, и даже без прыжка становится неразрешимой проблемой для Юлии Кунцевич и центральных оборонщиц. Малашенко. Вот так. Пешко забрасывает свой третий мяч сегодняшней встречи. Семина. Ух ты. Ну а здесь даже руки вверх не успела поднять. И тут ниже. Вероника Никитина. И вновь Ливон. Блестящий пас. На линейного, на Мока. Не глядя. Отдает. Здесь буквально ждет игроки в белой форме. И замена. Пешком, но пока тщетно. Семина. Бросок. Лоб сейчас попадает. Это же Пешков успевает руки вверх выставить. Но, тем не менее, он оказывается в этом прежний. 17-14, вторая минута. Самойленко. Лучший снайпер в составе «Динамо». И вот, пожалуйста, Томат Манович, я надеюсь, поймал свою игру. Так же, как и Лада Самойленко. Скачки пас вырезает на Валентину Гончарова, который не оставляет шансов. Увидела сейчас она на левом фланге прокопил, к сожалению, передача точно не получилась, Решетникова убегает один на один с Гречак и точно бросок в дальний угол. Ближний «Динамо» в атаке, Семина. Отличная передача на Софью Васильеву, блестящий гол, парашют в дальний угол, но и то ли эти получить просто не могла. Минус 2, «Динамо» дома. А вот, может быть, самой нужно было сейчас «Ладе» проатаковать, но передачу все-таки выполнила. На Софью Васильеву, которая пару минут назад поменяла. Но, может быть, несколько авантюрный. Тянет Малашенко на левом полусреде. Вот это бросок. Мощнейший бросок в правую верхнюю. Правый верхний угол. И пока разыгрывают Вероника Никитина передачу на его. Он сама пошла и решила вопрос. Мяч под шаг. 25-27 наступает «Динамо» дома «Лазер». Меняет плюо. На вратаря сейчас Олег Кулешов. По центру. Отличная передача на «Арину Безбарных». Там не стала бросать сильно. Переиграла. «Динамо» тоже. Далеко. Одна из лучших в составе «Динамо» сегодняшней встречи отправляет 29-й мяч в ворота Валентины Войтулевич. 31-29 с таким счетом закончилась у нас игра.